Спорт это большое хобби. Мне нравится стройка. Я люблю сам там что-то делать. Я могу даже в детстве, когда ездил и зарабатывал деньги, там просто грузчиком даже работал. Мне просто нравится даже строительство, сам процесс. Он хотел заработать денег, ходил сюда на стройку, не на стройку, ходил на рынок и выгружал цемент, который по 50 килограмм мешки, хотя малый был, и приходил ведь грязный, но он с деньгами, что вот он заработал. 10 рублей 10 или 5 рублей. Рублей. Это во время школьных каникул, летних. Каникул. Вот здесь вот Максюша у нас появился, ему, наверное, где-то месяца 4. Мы каждый выходной старались с семьей выезжать на свежий воздух. Подарком он стал для нас. Изначально думали, может, это девочка будет. 54 сантиметра он у нас в длину и 3400 весом. Более-менее спокойный. Если по сравнению со старшим сыном, конечно, это золото. И был похож вот на Юрия Владимировича, на их род. Много взяли от отца. И характер, и настойчивость, и стремление, и цель. Мы воспитывали его постоянно дедовским методом. Как нас воспитывали, точно так же и мы воспитывали. Он даже сказал: папа, мама, когда появятся у меня дети, воспитывать будете вы. Чтобы он всегда оставался человеком при любых обстоятельствах. Была такая ситуация, что у меня мама лежала в больнице, и мне пришлось его брать с собой в больницу. Так вот он, пока я с мамой там разговариваю, там что-то делаю, он подойдет ко всем больным. То к одной бабульке за ручку потрогает, то там что-то потрет, там что-то поправит. Так они все время так говорят: ой, какой мальчик. Приложили максимум усилий, когда уже он родился, я его начал возить в бассейн 2 раза в неделю постоянно. Он научился плавать. Самое главное, что необходимо для ребенка, чтобы научиться сначала плавать, не бояться воды. Ну, а потом дальше мы уже отдали своему знакомому спорт. На первых соревнованиях прыгнул 1,20 м. Он еще попробовал себя в боксе. Мы сами мастера спорта по легкой атлетике, поэтому мы видели сына в спорте. Он пахарь. Самое главное – это здоровье. Когда здоров человек, остальное все приложится.